В администрации городского округа провели еженедельное оперативное совещание. Руководители ведомств рассказали о проделанной работе за прошедшую неделю. Вопрос пожарной безопасности в Люберцах по сей день остается актуальным. С 19 по 25 июля на территории округа зафиксировали 9 природных пожаров. Шесть раз выезжали, как я уже докладывал в прошлый раз, поселок Мирный, перед улицы Свободы, вот это поле перестройки. Шесть раз выезжали, общая площадь пожара составила 156 квадратных метров. Горожан призвали быть осторожными в лесу и парковых зонах, не бросать мусор и не разжигать костер. Особое внимание уделили вывозу отходов. В результате объезда территорий на Котельническом проезде в Люберцах необходимо произвести уборку смет с проезжей части, на Смирновской убрать навалы мусора, на Красногорской, на месте, где ранее был установлен мегабак, видимо, жители туда по привычке наваливают крупногабаритный мусор. Надо понять, разобраться, не хватает одного раза в сутки, два мало, три приезжают туда. Продолжается текущее благоустройство в парках. На Наташинских прудах проводят очистку береговой линии. В Центральном парке ведутся ремонтные работы скейт-площадки. Айтадж Чирагова, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.